Теоретический лицей Матей Басарап отметил общешкольный праздник – День открытых дверей. К этому мероприятию ученики и педагоги всегда тщательно готовятся. Традиционно в мае в нашем лицее проводится День открытых дверей. В ходе этого мероприятия мы подводим итоги работы этого учебного года, награждаем лучших учеников, родителей и учителей и намечаем планы на будущее. Праздничная линейка собрала не только учащихся и преподавательский состав учреждения. На ней также присутствовали представители района и городской администрации, управления образования, ассоциации родителей. Почетным гостем стал один из бывших директоров данной школы. «Мне очень приятно сегодня присутствовать на этом мероприятии. С каким удовольствием и нежностью здесь произносили слова учителям. Я желаю, чтобы так у вас было каждый день, особенно перед началом уроков, чтобы ваше настроение и тех, кто вас окружает, было хорошим». Лучшим учителям и учащимся, достигшим особых успехов в учебе, были вручены почетные грамоты. Как отмечали родители школьников, достижениями своих детей они очень гордятся. Этот день важен тем, что мы узнаем о достижениях в школе в целом, о достижениях каждого ученика. И мне приятно, что моего ребенка здесь тоже наградили. Я сегодня еще раз убедился в том, что ученики лицея, в том числе и мой сын, относятся к учебе серьезно. По словам самых маленьких учащихся лицея, первый год для них был очень интересным. Что тебе понравилось во время учебы в первом классе? Читать, писать, заниматься спортом. Мне понравилось читать и считать. Учиться читать и писать. По мнению более старших ребят, проведение Дня открытых дверей всегда позволяет им узнать что-то новое о своей родной школе. Думаю, что этот день для нашей школы очень важен, потому что мы вспоминаем, что было раньше, какие у нас были успехи и даже надеемся получить диплом. После торжественной части учащиеся лицея и гости были приглашены на ярмарку сладостей. Все собранные средства дети подарили лицею.